Пруд на улице Фрунзе в Заветах Ильича сейчас приводят в порядок в рамках муниципальной программы округа Пушкинский «Экология. Окружающая среда». Почистить водоем просили и местные жители. Пруд давно нуждался в этом. Подрядная организация уже заканчивает первый этап работ. Очищают берег и сам пруд, убирают разную растительность и мусор. Для выполнения работ привлекают также специальную технику. Все, что соберут, потом утилизируют. Подрядная организация уже не первый год работает в округе. Мы работаем уже с 2021 года. Наша компания в основном на рынке Московской области с Министерством экологии. То есть мы почистили не один десяток водных объектов. И по губернаторской программе 100 прудов, 100 озер. В Пушкино у нас это уже третий. В прошлом году мы также работали. Два водоема мы сделали. Следующий этап работ – очистка дна водоема от иловых отложений и мусора. К нему приступят уже в ближайшее время. Подобных работ мы ожидали, в принципе, очень давно, и многие жители старались проголосовать на сайтах, чтобы пруд получил очистку. Поэтому, собственно, очистки пруда мы очень-очень рады. Работы проводятся хорошо, и он парень у вас бородатый, даже 9 часов вечера работает. Вы ему благодарность объявите вот на этом агрегате. Основное, что вот когда все вы почистите, все сделаете, чтобы хоть участковый иногда приходил, тут порядок поддерживал. Вот единственная просьба, чтобы ни костров не было, ни шашлыков и драк пьяных. А так все замечательно. Спасибо нашей администрации. Евгения Коломиец, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.